Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Возможно ли безусловная любовь женщины к мужчине? В наше время женщины, когда эмоции в отношениях утихают, рушат браки, в которых есть дети, и тем самым причиняют травму детям. Безусловность – это достаточно высокая категория. В этом мире возможно все, даже то, что мы себе представить не можем. Насколько человек готов это принять, насколько человек готов меняться, чтобы это осознать, понять и научиться с этим жить. Безусловность, она строит наш весь мир. Ну вот представьте, какие бы мы тут гаденыши ни были, да, солнце светит, трава растет, погода меняется. Мы с вами живем, а хотя то, что мы здесь творим бы, да, каждый бы из нас, имея, обладая такой силой, наверное, бы стер с лица земли, потому что это ж маниакальность не остановишь. Вот и вы так смотрите, вот Бог не может перестать Богом быть, да, или сила, или эволюция, или силы природы, они не могут остановиться, ну не могут. Вот так устроен этот мир. Мы совсем не очень сильно понимаем это мироустройство, но как данность мы можем это увидеть. Почему нам создают условия все возможные и невозможные, а мы не можем друг другу, объединившись, создать общие условия? Вот как только с этой категории научитесь смотреть, тогда вы точно поймете, что бьются люди по двум вещам. Или за предметы, материальные ценности, потому что внутри дыра, ее надо как-то удовлетворить. Или за власть. Все. Вот деньги, власть, все. Ну это все. Вампиризм — это уже почти удыхающие, и те, которые несут пресловутый долг кармы, да, вот там попивают. И то в любой момент можно от этого отказаться. А больше здесь люди-то ни за что не борются, не убивают себе подобных, не обворовывают, не обманывают, не манипулируют. Только по двум причинам. Власть и деньги. Все. И друг друга имеют всю свою жизнь. Как только вы откажетесь от власти и будете иметь достаток внутренний в материальных ценностях, то тогда обретете именно вот эту любовь, когда вы точно знаете, что просыпаясь и ложась с тем своим любимым человеком, это высшее счастье. После того, как вы любите этот мир и Бога, сил, да, мироздание, как угодно. И очень благодарна за то, что вы и сегодня проснулись. Значит, в этом мире у вас есть дела, и вам нужно обязательно с этим справиться. А не уходить, это твоя чашка или моя чашка, это твой совочек или мой совочек. Ну, смотрите, уровень какой, да? Это же ужасно на самом деле. Если биться всю жизнь за какие-то труселя, ботинки, машины, когда их можно спокойно менять в зависимости от необходимости, но при этом оставаться человеком.